На краба.ру вы сможете приобрести монеты на любые платформы по низким ценам для FIFA Ultimate Team. Всем рекомендую, соберете сильную команду, ссылка в описании. Всем привет, ребят! Здорово, здорово, здорово! Кооп сезона FIFA 15, сосиска в тесте, SNG продолжаются. Два Александра снова с вами. В последнее время много у нас кооперативного на каналах, поэтому многие привыкли. А то все спрашивают в последнее время, где сосиска в тесте, где SNG? Ну, соответственно, на моем канале и на канале Александра. Поэтому, ну вот, вот мы как бы на стримах, да, по одному, но... Мы не потерялись. Да, мы не поссорились, как некоторые пишут уже. Представляешь? Тогда мне тоже пишут. Я же говорю, дописал, что ты слишком дорого просишь. И это... Я же сказал Севилья. Не. Тоттенхэм. Вот это интересно. Вот это интересно. У меня Тоттенхэм... А, не. В карьере у меня Тоттенхэм до полуфинала Лиги Европы дошел. Да? Проиграл там. Кому же они проиграли там? Забыл. Ладно. Я синий, ты красный. Погнали. Погнали. Ламела. Ламела. Как его правильно-то? Ламела. Имбя все его сломал сразу нафиг. Наш так дядя... Как его зовут? Давай! Ух, Бака! Ох, шанс развернуться. И на! Льорис, его хрен пробьешь. Льорис. Его хрен пробьешь, этого француза. Вот серьезно. Угу. Давай подачку. Ой, центр. Хороший центр, как обычно. Высоковато. Хорошо, Бия. Замах, удар. И доби... Не надо. Острейший угол был. Если бы он быстрее бежал, успел бы. Вон, наверх. Хорошо. Дальше. Ой-ой. Я думал, пройдет, честно говоря. Я тоже думал. Но в суп один раз попал. Там увлеклись на фланге. Бака! Да, бей. А, нет, не бей. Вон пас. На! Ой! Ой, перекладина, Валера. Да, по-моему, вообще мимо, нет? А по мне так перекладина вроде, нет? Это повтор дебильный. Не, выше, выше. Такие, о, желтая карточка, сколько лет, сколько... Оп. Давай, 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 давай. О! Ну! Отлично! В такой момент, ребят, в такой момент, ну ё-моё. А проходил мяч там или нет? Да, да, там в юбку вратарю прошел. Ну только у нас такое может быть, ну серьезно. Ну что, нам победку или нет? Да. Ну он вышел же. Да. 10 минут прошло от матча, прошло. Кто-то из них. Да, я тебя приглашу. Дали, дали, дали. И это... Галатасарай. Турки. Такая, блин, у них стадион такой немножко непривычный. По-моему, да? Угу. Оп-оп, на фланг. Хорошо. Дальше. Дальше. Отлично. И... О, хорош! Первый гол. Батьки! Первая же атака. Да, сейчас нам напишут одним игроком, тоже так же. Нет. В смысле одним игроком? У нас была комбинация на фланге, а потом уже Александр пошел одним игроком. И опять на меня все видно, все. Банега просто очень техничный парень. Ой, мы щелчок соперником по носу сразу первые же атаки сделали. Давай, оп. Воу, 1-1, 2-0. Выходите, ребята, пока не поздно. Просто выходите. Просто домой, домой. Снейдер там что-то расстроен. Эй. Такой подкат еще там сзади был. Так двойной подкат-то был. Фу, фу. Если промазал, был бы пенальти, я думаю. Может быть. А может и нет. Так, ладно. Два в одного. Стоять? Нет, не два, в одного! Таня! Да я им не управлял. Снейдер, все, гол. 2-1, все из-за того, что задержка. Давай оправдаемся, все из-за задержки, да? Да не, я ложно сделал, но почему так?
Нет, вот там мы столкнулись с тобой. Это точно из-за задержки. Так бы мяч наш был просто, и все. Я уже переключил игрока, а он бежал все еще к тебе. Ну, погнали, ничего страшного. Погнали, не мог я пас нажать. Ну, давай, 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 давай! Нет, оттеснили. Борюсь, борюсь. Как Баку, блин, оттеснили? Это кто там такой? Не знаю. Обычно он прорывался у нас тут. А тут вон оно как. Вратарю. Так, подальше лучше выкинуть. Я. Оп. Дальше. Да не... Это Кайя. Не сразу же туда, на ход. Почему? Что у нас защитники? Как беременные тараканы там бегают. Фу. Ну серьезно, беременные тараканы. Я по-другому их не назову. Беременный таракан. Робот-таракан, робот-таракан. Куда, вратарь? Таракан-робот. Пошел, Саня. Отлично. Да. Отлично. Что мы так... И Снейдер. Дал. Ну это Снейдер. Забыли, что я говорил вначале. Про выход соперника? Да-да-да. Не, ну какие-то рикошеты, все за них, что-то мы сталкиваемся, такой Стэн бред. Ставил просто в центре гол. Ну, ладно, ладно, ничего страшного, погнали. Скажет, оправдывайтесь, да? Вот тебе в центр навес. Давай бей! У, хорош! Кого-то там снес. Нормально. О, ты подаешь наконец-то, давай. Центр. И... Ну, пенальти! Да, там свои же столкнулись. О, хорош, Саня. Ой-ой-ой-ой, там никого нет, но впереди. Бей! Это такой это такой тупой гол! Боже мой! Это только в кооп-сезонах такое может быть. Это просто как танк. Шел прямо. Куда он делал подкат, интересно? Ну... Воротарю. Суарес, Денис. Ага, ага. Да что? Тихо, тихо, только не красную. В смысле? Он? Вот, вот он. Пойдет. Ничего себе результативный футбольчик. У нас ударов-то всего 4. У них 9. Фу. Отскок года, блин, пока да что. Да не, мы тащим, что ты? Что ты тут говоришь? Ну, в атаке неплохо, но в обороне как ЦСКА со Спартой. Ну и счет подходящий. Да, кстати говоря. Но у нас только первый тайм завершен. А! Что макаешь? Опять я баран. Оу, это пас был. На! Это еще один. Это был еще один пас. Ты в меня попал там, по-моему. Да, да, да. Переигрывать вообще. Тащи, 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 тащи! Есть. Тащи, тащи, тащи! На! Отлично. Потащил с жопой! Оп! О! Нет. Да господи! Как всем заторможено, да? Ты о, это боже. Видел? О боже! О боже, какой горешник! Я ж нажимал вынос, ну какого хрена? Тебя... Я ж все видел. Я все контролировал. Ну почему он не выносит? Ну почему? Это у тебя спросить надо. В падении. Не, ну серьезно. Да серьезно. Почему наш падение не прыгнул? Это серьезно. Давай задумаемся о заменах. Давай, давай. Кто так. У нас там в запасе-то есть, я даже не знаю. Видаль выйдет у нас. По центру там. Гамейро. И на фланге на дальнем там. Давай на дальнем! Да! И! Ну! Ну, ну, есть! Ес, ес, ес! 4-3! Фу! Заскочило! Затолкали, блин! Какая передача, да? Вообще, я. Все, думал, сейчас вратарь перехватит, но нет.
Супер защита. Витола только вышел. Автобус. А не, Витола же весь матч играл. Витола играл. Вот что это? Давай! Подключение такое было жесткое. Я подкат. Хорошо, нормально. Лучше так, а то он мог пройти сейчас. На самом деле. Но сейчас на штангу сразу. А то у них там этот... Уэсли Снейдер! Не знал, что Игорь Акинфеев на воротах. Надо было читать состав. Знаменитая фраза Черданцева. Матч Россия-Голландия. Я бегу. Интересно, вот Россию-Голландию сыграть в 16-й фифе, да? Иньян, но... Оп-оп-оп-оп. Да что это? Ну, как мумии. Как мумии стоят наши игроки там, вот серьезно. Оп. Вниз. Вверх. И на другой фланг. Да, нет. Ну, я думал, дальше он отдаст, блин. Фух, Саня, хорош. Эй. Эй. Нормально. Плохо. Почему не Снейдер не бьет? Вопрос. Не знаю. Фух. Пас. Почему туда-то? Ну, что за паника у наших игроков, Саня? Это не ко мне вопросы. Вопросы все не ко мне. Хорош, Бету. Ой, Бету, блин. Голов в наших воротах нету. Ну? Ну? Это что они задумали, Саня? Сегодня голкипер не пошел, не знаю, они не в атаке, что ли? Они не в суператаке, но... Биа! Все! Все! Yes! Вот это была тяжелая победа, вот серьезно. 4-3. Давно такого не было, давно. Да. У нас получается 15 очков, и чем там, вышли, нет уже? О. Надо сейчас глянуть. Нет, на 16 надо. Ну, еще одно очко. Третье, девятое, шестнадцатое. Ох, голы летели в начале матча. Да, нам надо 16. Для титула 19. Ну что, за 4 игры одно очко наберем, Саня? Да хрен его знает. Он как специально мне FIFA такая. Ты ругаешь Каладжейчика, на тебе, поиграй за него. Но... А за что ты его ругаешь, Александр? То, что он плохой защитник. У нас много голов пропущенных сегодня. Мы один гол тогда за сколько матчей пропустили? Ладно. Смотри, с кем мы играем. Быстрые ребята. Ладно. Ну-ка, Саня, передержал. Ничего не выбирался. Верхний игрок, гол. Вот так вот. Вообще-то... Вообще-то... Я пас отдал вот так. В центре поля. Что он там вообще-то делал? Лонг, вот. Да. Этот может. Что? О боже! Он просто стоял. Я видел. Выбран был не тот игрок. Я все видел. Я все видел. Я все видел. Отлично. 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 Получите, распишитесь. Первый гол нашего нового нападающего, да? Яго Аспас. Аспас. Яго Аспас. Как он тут ушел вот так? Оп, резко. С левой ноги. У него левая нога или правая, интересно? Это вопрос, это вопрос. Как вколошматил. Но с Зенитом он не играл. Ни в одном, ни во втором матче в Лиге Европы в четвертьфинале. Я помню, в том сезоне. А почему не играл? Да он вообще у них, по-моему, не играет, честно говоря. У них Бакка, ну, был. Теперь-то он в Милане. Стоять. Топас! Хорошо. Дядя. Дядя, давай.
Развернись, хорошо. Дядя, посулю. Да почему? Почему? Ты почему? Спокойно, спокойно, спокойно. Зачем ты тащишь? Он немножко потерял ворота, я думаю. Перестраховался. Лучше так, чем как вратарь Амкара в первом туре чемпионата России. Герус. Если вы видели, не видели, посмотрите. Как он ручки убрал. Попер, 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 ты быстрый. Давай, 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 давай. Ну там защитник тоже немедленный. Давай, давай, давай. И... Ну выберись, нижний. Что за удары у тебя, Сань, сегодня? Какие-то они такие, как тряпочка, как Геннадий Орлов. Как Геннадий Орлов. Геннадий Орлов называет эти удары тряпочкой, а не ногой. Низ. Ой, рискованный ты, Александр, какой. Чего ты что не знал? Вешайте, Александр! Оп. Ты в Александр! Ну я же забил почти. Ну забили! Они все там закрывали тебя, поэтому. И шо? А забивать? Планк-то у нас открытый. Изи! Да, вратарь! Зависи. Отлично, 1-2. Как мы много. Я тебе говорил, по реху надо ставить. Вот сейчас вверх проиграл. Кто? И правый защитник. Каладжейчик. Правый защитник проиграл. Не, это Каладжейчик проигрался. Это не Каладжейчик был. У меня и правый защитник был выбран. Это же я пробовал. Я знаю, что ты прыгал, но... У меня правозащитник. Ладно, ребят, вы этого не видели. Закройте глаза. Не, он с левой ноги. Мы распасовались, я пас дал. Да, был один пас, так что не надо тут, пожалуйста, бадхёртить. Вообще, Аспас у нас хорош. Не зря вышел, да? Левая нога у него все-таки бьющая, мне кажется. Два гола с левой ноги так уверенно заколотил. Да, он точно не в шасы. Да, правая нога вил, честно говоря. Что? Что? Он телепортировался, ты видел? Интересно, вот телепортации эти, которые часто в 15-й бывают в FIFA, будут ли они в 16-й? Что мне интересно. И удар сразу. Хорошо. 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 3-2. Что-то сумасшедшие матчи какие-то. Я, блин, монтировать буду весь день, походу. Столько моментов, столько прям красоты. На линии офсайда прям так, ух. Я же говорил Бонегу оставлять. Ты его как бы и не хотел менять. Так у нас... Один соп только. Криховяк, да? Кристофоро. Да? А Криховяк он кто? ЦП, что ли? Он соп тоже был, но его нет у нас тут. А, 80 скилл. Да какого хрена, Саня? Реху выпустим. Не, защиту не надо менять. Не надо? Я говорю, центр полностью обнови, как тогда. У нас прям заиграло все новыми красками, когда мы обновили. Давай, может, Баку все-таки выпустим. И да, можно нападающего. Но Аспаса я бы тогда... Фараса поставить. Ой, под этого, под... Ну того. Аспаса. Я не успел. Я одного так... А, нет, чё? Это у них. А, фу. Не боись. Я просто это... Кристофор Колумб у нас выходит, короче говоря. Менял. Время кончилось, давай еще меняй. У нас просто не провелись замены-то. Две провелись. Блин, Пореха вышел. Какого черта? Ну все, уже теперь 69, Саня. Это ты называешь, ты нашел ЦОПа? Ты посмотри, у него статы. Скорость, да? Напор, скорость. Вот если сейчас. Вот давай, если сейчас мы пропустим, что я делаю? Давай. Ты виноват просто, все. В комментариях пусть напишут, что ты делаешь. Оп. Да выбить. Я не буду ничего делать. Вратарю. Порехи.
Куда, Саня? Ты чё? Я вообще наверх отдал! На фланг же надо было. Отлично. Отлично. Отлично, Саня. Еще. Еще. Пореха, смотри, что творит. Он вот, ну вот ты, что ты творишь, Саня? А я-то при чем? Зачем ты меня толкнул? Я-то при чем? Опять дебилизм. Сколько мы уже голов от вот от такого пропустили? Ну мы гол пропустили-то, Саня, так что. Так что же что делать, да, придется? Давай обратно нашу тактику. Надо забивать гол. Ай, ну какой он медленный, бей. Вот его бы сейчас поменять бы. Замен нас больше нету! Мы выпустили... Так и не на кого! Че ты, блин, мне тут, а? О, боже мой! А че ты стоял, смотрел, как я там тащу? Вот а мне там один игрок был, я бежал как бы назад. Как ему там пальцы не сломало? Что-то у нас опорная зона стала провисать, тебе не кажется, Александр? Нет, так что центр начал провисать. Ну, а полузащита, защита. Я и говорю. Беги давай! Да тут их до хренища. А после чего ты остановился-то? Он устал. Так. Вон тот цопник, смотри, как он подключился к атаке, хорошо. А ты даже его не заметил! Так, Саня, потом увидишь, наверное, записи, если это войдет. У меня картинка очень странная сейчас. Ох. Я забыл. Пенальти? Нет. Я просто так заблокировал жестко. Да, ну нам одно очко надо. Я напомню. Но замены вообще неудачные, конечно. Так, ты... Давай без этого, без меня, обменялки. Че, тоже лаги? Вот вообще что-то. Пасулю! Ну! Давай, Саня! Да ну как так-то? Ну почему ты так долго бьешь-то, идиот? Вот если мы сейчас пропустим, это будет несправедливость. Это будет несправедливость. У нас травму Аспас получил. Все, фу, слава богу. Сколько мы сегодня забили, значит, 7? Пропустили 6. Великолепный футбол показываем. Пляжный, походу. Хвалились в прошлом выпуске то, что всего один гол там за 5 матчей пропустили, а тут... Ну, это мы наверстали там. А тут 6 за 2. Наверстали. Но вот этот гол нас, конечно, подкосил немножко, понимаешь? Главное, что мы вышли во второй дивизион, ребят, с чем вас и поздравляем. И подписывайтесь на канал Александра, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем выпуске на следующей неделе. Пока. Пока.